Лето дарит детям много свободного времени. Пока одни школьники ищут развлечения на страницах интернета, другие ребята делают поделки своими руками и осваивают просторы различных видов творчества. Детский клуб «Юный краевед» в картинной галерее предлагает славянским школьникам погрузиться в атмосферу творчества и создать свои первые работы. Продолжение темы в следующем материале выпуска. Два раза в неделю детский клуб «Юный краевед» проводит мероприятия для ребят разных возрастов. За новыми впечатлениями сюда спешат не только юные славянцы, но и малыши из других регионов, которые гостят в нашем городе. Детям помогают раскрыть себя с творческой стороны. Для них проводят мастер-классы, где каждый учится делать поделки своими руками. Приходят к нам люди, которые мастера, которые делятся своим опытом, учат их делать какие-то подделки. Это и оригами, и квиллинг, и куклы из подручного материала. Вот творческая работа, она как раз занимает много времени, поэтому они увлекаются этим и делают. Увлечь маленьких непосед на протяжении нескольких часов непросто. Сотрудники музея стараются преподносить информацию в игровой форме, загадывают загадки и проводят конкурсы. Каждый раз ребят ждет что-то новое и познавательное. Конкурс «Рисунки на асфальте» был приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности. Это как раз проходило 8 июля. А дети вышли, значит, на задний двор картинной галереи, вооружившись цветными мелками, рисовали на асфальте свою семью, маму, папу, бабушку, дедушку, домашних питомцев. Наша съемочная группа посетила занятие, посвященное сказке Пушкина о рыбаке и рыбке. Ребята охотно вспомнили сюжет известного произведения, а после принялись воплощать эпизоды сказки на бумаге. С красками в руках и задором в глазах они погрузились в мир творчества. Сегодня мы рисуем золотую рыбку. Кто как рисует? Мальчик нарисовал сам эпизод. Я нарисовала вот такую рыбку, как она плавает в своем красивом море. Это золотая рыбка. Это дед, это землянка, ну дом. А это, ну, он называет второй раз рыбку. Клуб «Юный краевед» старается привлечь ребят к активному образу жизни через любовь к творчеству. Занятия не только дают новые знания, но и приносят пользу. Тренируют усидчивость и моторику рук. Новые виды рукоделия теперь стали альтернативой бесцельному времяпровождению. Клуб ждет маленьких гостей каждую среду и пятницу до конца августа. Оксана Холодная, Георгий Калинин. Программа «События».